А депутат Раховского горсовета от радикальной партии, он же лесничий, отличился отстрелом краснокнижных животных в веренном ему хозяйстве. Он даже сфотографировался со своими трофеями, как радикально охранять, в нашем материале. Эти фото охотников, которые позируют с мертвой рысью Тетеревым, облетели интернет и вызвали нешуточный резонанс по всей Украине. В соцсети их выложил Василий Шемат. Рассказывает, снимки обнаружил случайно на фотоаппарате, который нашел в лесу. Сначала хотел просто отнести в полицию, но передумал. Рысь полювати, то уже как бы для нашей территории. Розумієте? И выставил фотографии именно тому, что... Якби міліція на то надалі би, можливо, і не звернула увагу. Побачили журналісти, і тоді вже тяжко їх приховати. Снова села, и скандал разразился, когда охотников на фото опознали. Это оказались весьма известные личности в Раховском районе. Владимир Кабаль, депутат горсовета от радикальной партии, главный лесничий района, и его сын Михаил. Сам Кабаль на связь с журналистами не выходит. Что написал в объяснительной записке по поводу фото с убитой рысью, рассказывает начальник лесничего. Он повертався с полювання. И тоді він по дорозі зустрів, на центральній дорозі автомобільній, зустрів автомобіль, під колесами якого була ця рись. Тобто автомобіль зробив наїзд на цю рись. Значить, вони витягнули разом з власником, попросили його, чи можна сфотографуватися. Вони сфотографувалися, власник сказав, що він забирає цю рись. Но местные жители, которые хорошо знают семью Владимира Кабаля, уверяют, краснокнижная рысь, которых в Раховском районе осталось не более десятка, и тетерев не единственная добыча егерей. Нардеп сыном заядлые охотники. Также им якобы принадлежит отель «Снежные вершины» на Драгобрате. И в нем хранится немало охотничьих трофеев, чучел убитых животных. Вот фото комплекса, доступное в интернете. На стене шкура медведя, над лестницей голова оленя. В Гослесагентстве уже начали судебное расследование. О результатах обещали сообщить. Отреагировали и в областной прокуратуре. Сами тварини занесені у червону книгу, на них полювання заборонено. Значит, правоохоронці Рахова розпочали за даним фактом перевірку, розпочавши кримінальні провадження. Попередня кваліфікація – частина перша статті 248 Кримінального кодексу України, тобто незаконне полювання. Якщо вину нардепа і його сина докажуть, їм грозить обмеження свободи до 3 років. Жанна Дучак, Поліна Спасенко, Зіновій Автонас. Подробності телеканал «Інтер», Закарпатська область.